Сейчас я вам покажу, как удалить, а затем восстановить аккаунт Google. Ставим все галочки. Если вы не пользовались платными сервисами Google или уже совершили все связанные с ними платежи, то последнюю галочку можно установить без колебаний. Вводим пароль. Нажимаем «Удалить аккаунт Google». Здесь сказано, что недавно удаленные аккаунты можно восстановить в течение 5 дней. Что касается почты Gmail, ее можно восстановить в течение нескольких недель, не включая содержимое почтового ящика. В любом случае, если вы получили сообщение, что аккаунт безвозвратно удален, это значит, что уже слишком поздно, чтобы его восстанавливать. Спустя какое-то время жмем «Восстановить аккаунт» в почтовом ящике, связанном с удаленным аккаунтом. Вводим пароль. Нажимаем «Продолжить». Здесь мы видим время удаления. Помните, на 5-й день может быть поздно. Тут вводим номер мобильного телефона, связанного с удаленным аккаунтом. Жмем «Продолжить». Вам придет СМС. Введите полученный 6-значный код в графу для кода. Нажмите «Продолжить». Теперь вводим новый пароль. Обратите внимание, что старые пароли повторно использовать нельзя. Вводим подтверждение нового пароля. Нажимаем «Сбросить пароль». Если аккаунт удаляли не вы, обновите свои данные для восстановления. Все мои видео на YouTube, их описание, теги, избранное и плейлисты остались нетронутыми. Со временем картинки видео и количество просмотров канала восстановится. Бесследно исчезли лишь все мои комментарии, подписки и подписчики, которые, скорее всего, отписались. Вся эта суматоха вокруг Google+, привела меня к удалению аккаунта, но впоследствии, из-за нежелания потерять видео на YouTube, мое решение было изменено. Тем, кто точно не решил, удалять аккаунт или нет, не советую повторять мой путь.